Друзья, всем привет! Водоем Каневской. Приехали с Семеном на дневную сессию половить карпиков. Друзья, всем большой привет! Дима уже сказал, мы находимся на водоеме Каневской. Октябрь, уже немножко так прохладненько, в куртках, в шапках, небольшой ветерок. Но специально выбирали сектор, чтобы ветер дул нам в спину, так как довольно-таки прохладно. Рыбка уже гуляет, начинаем расставляться, 8 утра, так что... Не хвоста нет шуи нам, начинаем ловить. Ну и первым делом нужно сделать, конечно же, нашу прикормку. Сейчас хорошо, осень, много кормить не нужно. Тем более мы будем ловить по два удилища, корм по минимуму. По холодной воде я всегда использую пелец. Здесь у меня пелец быстро растворимый, жирный халибут. Здесь такой микс идет в пакете 3 килограмма, и он разнокалиберный, 3, 5, 8 миллиметров. То, что нужно нам для осени. Пол килограммчика добавим, на день мы приехали, думаю, этого будет достаточно. Ну и, конечно же, добавим бойлов. Куда без бойлов? Рыба есть крупная в водоеме, поэтому немножко добавим цельных бойлов, немножко поломаем. Бойлы со вкусом клубника остались, перец у нас рыбный, бойлы клубника, ничего страшного, рыбку будут приманивать и даже ловить. Бойлов тоже много сильно добавлять не будем. Штук 30-40 добавили целых. И штук 20 также поломаем на части, на половинке для быстрого привлечения рыбы. Дипы использовать не будем. Вода холодная, дипы нам, в принципе, думаю, не нужны. Единственное, хочу добавить сыпучую прикормку для того, чтобы рыбу быстро приманить, чтобы дать быстрый сигнал и чтобы... Рыбка начала клевать незамедлительно. Прикормка у меня Карпро, это криль. Здесь в пачке килограмм, но килограмм мы добавлять не будем, а добавим грамм 300. Этого будет достаточно. Ну и водой увлажним, чтобы прикормка стала влажной и тяжелой. И будем уже кормить. Так, ребят, ну что, прикормку мы сделали. Видите, какая акватория большая. Нужно теперь промаркериться. Глубину нам, в принципе, знать не нужно. Найти нужно выбитые участки, твердое дно. Будем бросать маркер. Для этого одел я перчатку на пальчник. И в качестве спода буду использовать свой Кратус Эва. Он идет как и спод, так и маркер. 3,60, 5 лб, в принципе, нормальный. Единственное, я катушку забыл дома с плетней. Поэтому попробуем рабочей катушкой, леской найти какой-нибудь участок дна. В принципе, леской тоже можно кинуть и найти выбитые участки и обозначить точку ловли. Ничего страшного в этом нет. Вот в точке заброса уже чувствуется, что очень хорошее дно. Переход твердого дна на ил. Вот видите, какой ил пошел. Здесь ил. Тоже ил. Оп. Так, ну дно, в принципе, такое заилистое. И есть какие-то маленькие участки твердого дна. Какие-то переходики. Как будто какие-то канавки. Даже не знаю, где выбрать точку. Вообще хочу близко не ловить, хочу подальше, потому что на прошлой рыбалке я ловил близко, там дистанции были большие, 60 метров. Хочу покидать спот на 100 метров, на 90 метров, потестировать. Вот твердое дно пошло, но это ближняк, это метров 40. Это прям ближняк, а я хочу подальше. Сделаем еще один луч, и тогда уже будет нам понятно. Ну что, промаркерился, обозначил две точки. Это дальняя и ближняя. Но ближнюю точку пока мы оставим. Поработаем с дальней точкой. Поставил колышки. И на колышках сейчас замерим дистанцию.
Раз, два, три. Получилось 18,5 метров. Это переход такого глубокого ила на менее глубокий ил. Думаю, дальняя точка будет на этой дистанции, а ближнюю точку пока трогать не будем. Поработаем с дальней дистанцией, тем более нужно покидать спот, посмотреть, на что он способен. Если там результатов не будет, тогда уже будем работать с ближней точкой. На ближней точке там прям такое сильно твердое выбитое дно. Недалеко от мостика, метров 30, наверное, от мостика. Промаркерившись, пора забрасывать приманки. Первая приманка будет это поп-ап. Хочу поставить оранжевый поп-ап 12-й. Здесь грузик поставил, чтобы поп-ап сильно не всплывал. И сделал ПВА-стик. Вторая насадка это такая уже классика в моем арсенале. Это баланс 14-й чунга-чанга, тоже оранжевый. И сделал ПВА-стики. ПВА-стики сделал из самого обычного карпового перца Коппинс. Здесь он идет в дипе. Вот этот перец продается на нашем сайте с такой вот крышкой. Сегодня буду ловить груша, так как поп-ап грушовый. Ну и в принципе груша такой хороший, на мой взгляд, аромат для осени. Вообще здесь в перце полкилограмма идет коробочка. Есть разные вкусы. Груша, чеснок, гриль и так далее. Есть ликвид в комплекте, я его уже залил на прошлой рыбалке, использовал. Ликвид, он прям такой, особо привкус не меняет пелица, но дает такую сладинку и он увлажняет пелец. Основное применение ликвида это увлажнение. И идет флюоресцентный дип, сегодня я использовать его не буду. Там такой маленький бочонок для такой высокоаттрактивной пыли. Так что вот так будем забрасывать и уже, наверное, будем кормить. Одну удочку уже забросил на дистанцию 80 метров на поп-ап, на баланс немножко дальше, 85 метров. В клипсы поставил и в клипсу пытаемся забросить. Четко. Смотрите, друзья, я клипсу не снимаю, то есть я забросил. Дистанция 85 метров, а я заклал 90 метров лески. Поставил клипсу, забросил и 5 метров как раз таки подмотал лески на катушку для паровоза. Я буду сидеть возле удочек и при поклевке этих 5 метров хватит для того, чтобы я от своего там стула дошел до удилищ, поднял и начал вываживать рыбу. Каждый раз маркериться и каждый раз клипсу ставить я не буду. Все, в принципе, два удилища я забросил, пока кормить не будем, подождем минут 20-30, посмотрим отклик и тогда уже примем решение, кормить или нет. Два удилища забросил, стоят, заряжены, ждут поклевку. У меня, как я уже сказал, дистанция 80-85 метров, я вот здесь на мостике расположился справа, Семен здесь на бузбарах слева. Семен еще не забросил, сейчас будет забрасывать. Для того, чтобы найти рыбу, мы сделали две точки. Я закинул дальняк, Семен будет ловить ближняк. 85 метров моей точки, где-то 45-50 метров его точки. Половим, посмотрим, где лучше будет отзыв. И тогда уже будем, если что, перемещаться. 45-50 метров там был такой перепад с мягкого дна на твердый. То есть твердое дно только было на ближнике. Возможно, оно где-то там будет дальше еще, но там мы уже не докидываем. Так что, ребят, сейчас Семен закинет. Полчасика подождем и, если что, будем уже кормить. Семен поймал рыбку, у меня 3 схода, а Семен взял карпушку. Рыбка небольшая, но
клюет и сопротивляется очень хорошо, мощно. Такой вот сазанчик длинный. Ну, рыбка без тиков не клюет. Полчаса прошло, будем кормить. Дистанция 80 метров. Кстати, те, кто не знал, когда с помбом кормите, то есть перед спомбом одеваете шок-лидер, потом лидкор и потом спомб. Тогда спомб летит намного дальше, точнее и четче. Вот просто возьмите, попробуйте, покидайте без лидкора и с лидкором, и вы сразу увидите разницу. Сейчас подкормим здесь помбов 10-15, думаю, для начала будет достаточно, пока рыбка не клюет. На 80 метров я еще не кидал его, сейчас попробуем. Да, вообще прекрасно летит, четко в клипсу. Думаю, эти с помбом 100-120 можно кидать вообще легко. Так, была первая поклевка. Кстати, Семен Тузика тоже поймал. И у меня сначала опустило, потом поднялось. Вот, вот натягивает. Ну, рыбка там сидит. Будет паровоз? Нет. Опускает потихоньку. Ну, будем подсекать. Нету рыбы. Туда-сюда и улозить, да? Первая поклевка, но не засечка. Надо было еще подождать. Я, кстати, поменял насадки. Поставил белочан ФФМ. Это пылик 20. И сверху сквитоктопус попап. У нее была первая поклевка. А до этого стоял... оранжевые насадки, да? Это чунга-чанга. И оранжевый поп-ап груша стоял, и поклевок не было. Как только поставил более аттрактивную насадку пылящую, сразу получил первую поклевку. Насадку пока такую же оставил, посмотрим, будет рыба еще отзываться или нет. Так, друзья. У Семёна поклевка сейчас была, Семён поймал, и у меня потихоньку опускает. Буду подсекать. Я, кстати, на своей снасти еще ни одну рыбу не поймал. На Семёна поймал одного, и все. У Семёна клюет, он уже вот десяток поймал. А у меня вот третья поклевка, два схода было. И только вот сейчас какая-то невнятная поклевочка. Но будем подсекать. Есть рыба. Хорошая рыба, это не тузик. Это десятка. 10-15. Вот первая засечка на моей снасти. До этого только сходы были. Кстати, стояли рыбные. На рыбный вообще плохо, ну вот две поклевки было. Сейчас фрукты поставил. И на фрукты через 20 минут, наверное, вот попался карпик. А до этого 2 часа или 3 даже стояли, поклевок вообще не было. То есть сейчас продолжим ловить на фруктовое. Может, все-таки оно лучше будет работать. Ну, это тоже рыба не крупная, но сопротивляется здесь она, как в последний раз, мощно. Такая двоечка, наверное, двушечка. Ну, стандартный карпик. Не.
Да, здесь запустили очень много такого карпа мелкого. Он клюет, а крупный нет. Но зато можно мелкого хорошо ловить. Наконец-то разловился. Друзья, вторая моя рыба, но первая рыба на моей снасти, на мою удочку. Первую рыбу я поймал на Семена. Говорю, Семен, ну дай мне хоть одну рыбу поймать. А то полдня прошло, я ни одну рыбу не поймал. И вот поставил ананас, варенку 14-ю. И у меня наконец-таки случилось... поклевка этого буйного карпа. Да ё-моё. Иди сюда, друг, покажем тебе и отпустим. Рыба здесь ловится не крупная. Такие. У Семёна опять поклевка что-то запикала. В основном 2 килограмма рыба ловится, вся одинаковая, но иногда попадается покрупнее. Хоть у нас покрупнее пока и не попалось. Но сегодня уже середина октября, и мы рады ловить вот таких вот малышей. Мелочь, а приятно. Только отпустил, вторая палка поехала. Даже еще вот не перезакинул ту. О, вот он кабан. Вот это кабан. Вот это хорошая рыба. Это не тузик. Это уже не тузик. Это какая-то русалка, Сэм. На пыли клюнула. Надо двадцатки ставить, да. Тебе уже давно пора. Ты сколько рыб уже наловил? Смысл? А он все тузиков порит. Да не, Сэм, такой же это показалось. Он там, наверное, в бровку упирался. Сдалека кажется, да, под берегом. То же самое. Да, то же самое, под берегом они не такой бой дают. Вот когда только клюнули, кажется, что там как минимум пятерка. В сторону пошел. В камыши прет, гад. Не дадим. Вообще малыш. Оказался как будто больше предыдущего, как будто пятерка. Кабан, да? Зеркальный. Видишь, зеркалки подошли. Семен только что зеркало поймал, и я. Не, ну чуть-чуть крупнее, Сэм. Чуть-чуть крупнее. Друзья, у нас случился дуплет. Я поймал карпа, а Семен хотел перезакинуть снасть, вытащил. И там, смотрите, какая рыбка. У меня линь. У Семена линь, а у меня такой карпик. С красными глазами. Отличие от других карпиков тем, что мой зеркальный. А размер все тот же. Около душечки. Да. Блин, ну линь вообще классная рыба, красивая такая. Офигенно. Да. Короче, раздача пошла. Пока мы там фоткались и видео записывали, тут паровоз аж развернуло бусбар. Короче, рыбка под вечер начала ловиться поактивней. Ребят, ну что, наконец-то я полноценно разловил сегодняшнюю рыбалку. Поймал сразу 2 карпа. В этот момент Семен линя поймал. И вот дилемма.
Приехали, в принципе, осенью, вода холодная. Ловили на рыбное, что я, что Семен. Дистанция одна. У Семена поклевки есть, он ловит, ловит хорошо. Монтаж у нас одинаковый, насадки рыбные. У меня почему-то рыба не клевала. Я поставил фрукты, у меня здесь клубника стоит, пылик 20-й, и ананас стоит, бойл 14-й с попапом. И как только я поставил фруктовые насадки, моя точка заиграла, и рыба начала ловиться. Поэтому какой вывод делать, на что ловить, рыбное или фруктовое, пока непонятно. Время еще до вечера есть, посмотрим, как дальше рыбка будет отзываться. Ну а пока после рыбки я снасти перезакинул, ждем следующую поклевку. А я решил подкормить немножко, пару спомбов кинуть. Только спомб кинул, видать рыбку испугал, и палка поехала. Рыба все такая же, не крупная. Влево идет. Только недавно перезабросил, и пошла жара. Но до сих пор даже спомб еще не успел вытащить. Рыба клюнула. Зимой прикольно так сюда приехать в холодное время года. На день, на мостик потягать карпов. Небольших. Потому что вода большая, здесь красиво. Зеркальные подошли. То чешуйчатые клевали, сейчас зеркало. Подсак взяли, как будто здесь двадцатки ловятся. Хотя маленький для таких тузиков в машине лежит. Ух! Рыба моей мечты. Только в 10 раз больше. Так, а этот на баланс взял. Только на самодельный баланс. Четкая засечка, низ губы. Только это самодельный баланс. Это половинка вареного бойла 13 и 12 пупа. Почти пополам, 50 на 50. Тем самым он в воде стоит вот так, крючок лежит, а он приподнят в таком положении. Рыба насадку это очень любит, ценит и уважает. Тузланчик, все, я теперь тоже ставлю побольше насадки, ребят, не хочу таких тузиков уже ловить. 4 штучки поймал, хватит. Попробуем их отсечь, чтобы поймать кого покрупнее. До вечера еще 2 часа есть, за 2 часа может что покрупнее и клюнет. А ты, дружок, давай, беги. Сейчас поставлю двадцатку, кислая груша, потому что мелких карпиков уже таких не хочется ловить, хочется что-то покрупнее поймать. Попробуем на двадцатку. Семен тоже под вечер решил подкормить, чтобы рыбку крупную подтянуть. Я тоже с помбом закидал, но я чисто бойлы. Семен начал опять мелкой фракцией. Сейчас будет тузиков опять пороть. Да? Да. Тузиков ловим. Ну, хоть что-то, лучше, чем ничего. Вот там.
вечерняя поклевка на большие насадки. Паровоз был. Да сиди там. Есть? Тузик? Уже, друзья, солнышко потихоньку садится, вечереет. Мои удочки стоят, ждут большую рыбу на большую насадку, но тишина. Чуть побольше насадки поставили, тузики перестали ловиться. Я немножко поспал на своем месте. Семена местечко. Ну и вот поклевочка. Пол пятого, по-моему. Тузик опять. Только Семен поймал, у меня пикнуло. Но у меня насадка двадцатка стоит. Но судя по тому, как паровоза нет, там тоже тузик. Рыба. Есть. Блин, на большую насадку тоже, видите, клюнуло. Время поклевки дольше. А рыба сейчас посмотрим. Рыбу сейчас посмотрим, какая там. Ну, то, что она дурная, это уже видно. А вот размерчик. Наверное, кило. Кило 300. Тузланчик. Опять тузланчик. Но бешеный тузланчик. Наверное, самый мощный. Может, там амурчик, конечно. Не, такой же тузик. Карпик. Карпик, дурачок. Еле-еле насадка в рот помещается. На 20-й бойл. Тузик. Ага.
уже вечерний карп. Смотрите, вот насадка. Она ему еле в рот помещается. И он все равно клюет. Ну, две двадцатки ставить уже как бы вода холодная, я думаю, смысла нет. Рыба вообще клевать не будет. Поэтому ловим то, что ловится. Ну что, друзья, пора заканчивать эту сессию. В принципе, рыбалкой остались довольны, но крупной рыбы не поймали. Но для осени половить таких вот карпиков, тем более они здесь очень сильные, тоже приятные. Поэтому за рыбалку ставим лайк, ну а мы отправляемся домой. Так что давайте, друзья, всем пока и до новых встреч!